Здравствуйте, сегодня у нас Huawei 300. Сегодня у нас замена динамика. Accent 300, Y 300. Снимаем заднюю крышку, которая держится, крепится к корпусу 8 болтами. Вот я их уже снял. Динамик можно использовать. Стоит обычный нокиевский динамик. Вот три вида. Любой, какой вам нравится, который громче звучит. В данный момент попробуем поставить вот этот. Он неплохой по качеству. Снимаем заднюю панель. Таким образом. Старый динамик. Просто меняем его на новый. Вот таким вот несложным образом. Все, ставим на место. Проверяем. Качество звука. Закручиваем. Ждем, пока включится, загрузится. Смотрим, где у нас тут звук. В принципе, можно позвонить, сделать экстренный вызов, проверить качество звука. В принципе, неплохой. Защитный чехол виден, да, он у нас загрязнился. Вот, то есть если его почистить и поставить на место, видите, да, как он скрывает звук, то почистить его можно обычным техническим спиртом, там зубной щеткой, я не знаю, ну такой щеткой. Продуваем, ставим на место. Прочищаем еще раз. Звук стал получше. Все, собираем телефон. Таким несложным образом, буквально за 5 минут мы поменяли динамик, заработали деньги. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Подписывайтесь на мой канал, смотрите наши видео. До свидания.